По возвращении в родной район после завершения службы в советской армии я увидел, что многие записываются в добровольческие отряды, чтобы защищать территориальную целостность Азербайджана. Тогда армия независимого Азербайджана только формировалась, поэтому борьбу с армянскими оккупантами вели отряды самообороны. Наш отряд самообороны был создан в конце 1991 года, и я влился в отряд как доброволец. Наш батальон большей частью дислоцировался в приграничной зоне. Это было страшное и героическое время. Наши бойцы мужественно сражались и отдавали свои жизни на поле боя во имя территориальной целостности Азербайджана. Противостояние началось в 1988 году. В тот период я как раз служил в армии. А когда вернулся, противоправные действия армянских националистов уже охватили регион. Причем это коснулось не только приграничной территории, но и Баку и Сумгаита. До начала событий мы с армянами жили в согласии. Об их истинных намерениях даже никто не подозревал. Губадлы был оккупирован позже остальных районов. После оккупации Агдама, Физули, Джабраила Губадлы оставался в окружении. Мы были вынуждены отступать в сторону Зангелана и Ирана. Я помню, как наши бойцы героически сражались на поле боя, чтобы мирное население могло уйти. Я никогда не забуду того, как рядом гибли мои товарищи. Мы были вынуждены хоронить и мирных граждан, убитых армянскими националистами. Мы долго жили мечтой об освобождении наших оккупированных территорий. Мы сплотились вокруг нашего главнокомандующего. Я мечтаю вернуться в Губадлы. У меня там отцовский дом. Губадлы находится не так далеко отсюда. До моего дома всего 370 километров. И я на 100% уверен, я туда еще вернусь.